Здравствуйте, ребята! Сегодня мы переходим к изучению раздела «Колонизация и народно-освободительная борьба». Тема урока – завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Южный Казахстан во внешнеполитической стратегии России и Англии на Среднем Востоке. Цель урока – анализировать внутреннее политическое положение казахского ханства. Критерии оценивания – определяют сложность политической обстановки на юге Казахстана в середине XIX века. Анализируют ход военных действий карательных отрядов на юге Казахстана. Анализируют значение военной экспедиции Черняева на юг Казахстана. Во второй половине XIX века в Российской империи бурно развивалась промышленность и торговля. Появилась потребность в новых рынках сбыта товаров, дешевых источниках сырья и рабочей силы. В связи с этим резко возросло значение Семиречья и Южного Казахстана для внешней политики Российской империи. Китай продолжал сохранять нейтральную позицию по отношению к территории Семиречья и Южного Казахстана, заняты Первой и Второй опиумными войнами, развязанными Англией с целью превращения его в английскую полуколонию. В довершение всего страну сотрясали восстания тайпинов, гражданская война, а также неоднократные религиозные восстания ходжей в Восточном Туркестане. Сложившаяся международная обстановка позволила Российской империи окончательно колонизировать Казахстан и продолжать экспансию в Центральную Азию. В начале 20-х годов XIX века на территории старшего Жуза отсутствовала единая власть. Казахи Пресвердарьинского края особую надежду возлагали на влиятельного хана Арынгазы. Между тем Россия не была заинтересована в появлении авторитетных и влиятельных казахских ханов. Более того, в это время готовился проект ликвидации ханской власти в младшем и среднем Жузах. Поэтому по пути в Петербург Арынгазы был схвачен и представителями царской администрации и отправлен в ссылку в город Калугу. Часть казахов Семиречья и Южного Казахстана приняли российское подданство по многим причинам. Частые вторжения войск центральноазиатских государств, в первую очередь Коканда и Хивы. Казахи данного региона были заинтересованы беспошлинной торговлей с Россией. Регион был поделен на сферы влияния между несколькими маловлиятельными султанами. При продвижении на территорию старшего Жуза царизм преследовал ряд стратегических важных целей. Во-первых, необходимо было нейтрализовать ряд султанов и батыров среднего и младшего Жузов, недовольных отменой ханской власти. В 1854 году в урочище Алматы царизмом было возведено укрепление Верное, в котором тогда же разместилось около 500 российских солдат и офицеров. Со временем укрепление стало одним из главных опорных пунктов военной колонизации Семиречья. Построенные в 1859 году Российской империей в пограничном районе Старшего Жуза и Северного Кыргызстана укрепление Кастек стало важным стратегическим пунктом в крае. Отсюда, через Шуйскую долину, Россия начала военные действия по захвату крепостей. В 1860 году военный отряд под командованием полковника Циммермана вошел в Шуйскую долину. Были захвачены коканские крепости Токмак и Пешпек. Последний был одним из основных центров Коканского ханства. В октябре 1860 году близ Узунгаша произошло решающее сражение. Коканцы, несмотря на численное превосходство, потерпели сокрушительное поражение. Основная причина разгрома – военное превосходство регулярной и боеспособной русской армии, имевшей многолетний опыт ведения военных действий. Коканская армия состояла из слабо вооруженного и плохо обученного ополчения из представителей разных народов, зачастую враждовавших между собой. Военный губернатор, вновь образованный на юге Казахстана Туркестанской области генерал-майор Черняев, воспользовался обострением конфликта между Кокандом и Бухарой за право обладания Ташкентом. И летом 1865 году город был захвачен российской армией.
Продвижение войск царского правительства на территорию Старшего Жуза шло и со стороны Оренбурга. В 1834 году на Мангыстау было основано Новоалександровское укрепление. В 1847 году российские войска захватили устье реки Сырдарьи и основали Раимское укрепление, а в 1848 году форт Казалы. После захвата России в 1853 году крупного каканского укрепления Ак-Мечеть в низове Сырдарьи образовалась Сырдарьинская линия. Весной 1866 году русские войска завоевали значительную часть территории Бухарского эмирата. В 1873 году российский военный экспедиционный корпус занял столицу Хивинского ханства. В 1865 году приказом военного министра была образована Туркестанская область, находившаяся в подчинении Оренбургского генерал-губернатора. В 1867 году был издан указ об образовании Туркестанского генерал-губернаторства с центром в Ташкенте. Военные действия царских войск на территории Старшего Жуза и части Младшего Жуза привели к полному присоединению Казахстана к Российской империи. За освобождением казахов от власти центрально-азиатских ханств последовала экспансия России в Семеречье и на юге Казахстана. Один гнет сменился другим, что привело к очередным вооруженным выступлениям местного населения. Первое задание. Заполните сравнительную таблицу об особенностях присоединения каждого жуза, затем сделайте вывод. Дескрипторы к заданию. Называют не менее двух особенностей присоединения к России каждого жуза. Обосновывают вывод об окончании процесса присоединения Казахстана к России. Второе задание. Ребята, заполните таблицу. Мотивы присоединения Старшего Жуза к России и причины присоединения Старшего Жуза к России. Дескрипторы к заданию. Определяют два мотива присоединения Старшего Жуза к России. Определяют три причины присоединения Старшего Жуза к России. Здесь предоставлены ссылки на дополнительные ресурсы, которыми вы можете воспользоваться для более подробного изучения этой темы. Спасибо за внимание. Урок окончен.